В Красноярске проходят всероссийские горнолыжные соревнования среди юношей и девушек. Для участия в них в краевой центр приехали 100 спортсменов из разных регионов, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутской и Новосибирской областей. Их возраст не старше 16 лет. За 4 дня соревнований ребята покажут свое мастерство в слаломе, слалом-гиганте и супер-гиганте. Задача лыжников – проехать по склону, сбивая специальные цветные вешки. По итогам соревнований будет составлен рейтинг. Самые лучшие спортсмены смогут претендовать на участие в других первенствах, в том числе международного уровня. У ребят появляется реальная возможность попасть в списочные составы детской сборной команды России, юношеской сборной команды России. Вы знаете, что Олимпийские игры среди детей будут проходить в этом году. Там два представителя от России будут принимать участие. Ну и в целом это возможность попасть на заметку к тренерам сборной команды.